не бери захват. Смотри, захват уже не надо, просто руки, обе руки снизу. И пошел. Один раз его, один раз его. Не бери. Нет, ползи. Иди сюда, Лили. Лили, иди сюда. Да. Извини, тут идти быстрее. Поэтому не бери захват. Бери просто, видишь, вот так. Это чтобы ты пришел, а это чтобы сюда. Так. Пожалуйста. Через бедро есть, потом ему. Давай. Пошли, пошли. Андрюха, куда ты упал? Куда идешь? Вот, хорошо, давай. Раз. Ты выше? Нет. Ты в центре стоишь. Бросок. Бросок никак. Вот так. Падай, падай, падай. Сам, сам, сам. Не надо ноги падать. Ну, помогай. Туда. Давай. Ты по очереди. Кто? Понятно, да? Кто? И где захват? Эй! Николай, если ты будешь руки здесь держать, он тебя будет сюда вытаскивать, потом у него не получится, он на тебя упадет. Посмотри, что нужно сделать. Вы 30 раз палкаете, и все. То есть вы должны, можно так руки, раз, током поворачивается, Вика, сразу руки на нее, голову наклонить. И все, не надо цепляться, ничего. Приготовились, я считаю до 30. Внимание, хаджина, раз, бросаю. И держись на коленях, давай быстрее отходи. Два. Четыре. Не падай, стой на коленях, ты убьешь их. Три. Вот так. Четыре. Бросай, бросай, бросай. Пять. Следующего. Шесть. Семь. Восемь. И держи за локоть. 9. Не поправляй прическу, потом будешь. 10. Хорошо. Кто? Вика кидает дальше. Вика, у тебя есть локти? Есть локоть? Надо, чтобы локтей не было на тренировке, а то улетит весь. Так, Андрюха кидаешь теперь все 10 раз. Одного, второго. Стоп, возьми сначала кинь мили, потому что он тяжелый, чтобы ты знал, как кидать. Один раз. Вот. А теперь сюда с Николаем бросим, чтобы он знал, куда падать. Вот так. Приготовились. Продолжаем. Внимание. 10 бросов. Отсюда. Раз. Молодец. Вот так все это. Два. Вот умница. Три. Сразу садись сюда. Вот так. Четыре. Пять. Хорошо. Шесть. Семь. Восемь. Не падай. Девять. Десять. Хорошо, стоп. Так. Встань на середину. Я хочу посмотреть, как ты сделаешь бросок Руслане, один через бедро, потом Вике. Приготовились. Покажи. Руслане, покажи. Берешь за хват, берешь за шею. Нет. Куда ты бросаешь? В какую сторону? Если в ту сторону, то там держи локоть. Пожалуйста. За шею. Поворачивайся. Нет. Не-н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 е. Ты наоборот делаешь. Все, ушел, ушел. Вика, продолжай. Приготовились. Так, давай, Николай. Сделай бросок ему. Бедро. Хорошо. Готовы? Хаджина, пошли. Раз. Еще 10 бросков. Два. Два, давай, давай, давай. Три. Четыре. Давай. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Матвей. Спасибо. Так. Пошли вокруг ковра.
Lascio io portare guardare le pistole. Io ho flesse, e lascia sta piatta. Ti brioche tutto questo qua, ma se non ti brioche tutto questo qua, 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 ti На следующий раз уже посмотришь, чуть-чуть прибросать. Так, заправились. Считаем до пяти, мы здесь строимся в одну шеренгу, расстояние 1.5 метра. Раз, два, три, четыре, пять. Полинели. Дреб. Стоп. Еще раз. Ни один мальчик сказал, что он кроссы бегает. Он простыл сейчас. И кроссы он бегал. А какой кросс, это оказывается, он здесь три круга делал. Так я хожу столько тоже, что я кроссы бегаю. Значит, что я вам хочу попросить? Ты будешь участвовать? Ты за кого участвуешь? Не знаю. Еще. Там до пятницы уже сдается все, все документы, и уже потом не будут думать. Значит, еще раз, посмотрите внимательно, суббота, воскресенье, вы должны выйти, пройтись, не знаю, есть санки, на санках, фишки, там еще что-то, но нужно выйти, если вы два дня сидите, то, конечно, вы простываете, ну, хочешь, не хочешь, все, до свидания. Значит, Андрюха, я тебя записал какой-то вес? Еще нет. Нет? Давайте, Ливия, давайте взвесить. Я запишу, а потом ты сам будешь определять, за кого ты будешь бороться, с кем. А то ты мне в последний момент скажешь, а... Коля хочет бороться? Хочет, но не сегодня. Так, Андрюха, вешайся. Сначала вот, а потом. Так, это у нас... Только... Андрюха, точный вес скажешь. 61,6. Андрюха, смотри. 61,600. То есть это тебе надо быть в следующей пятнице иметь 60 килограмм. Ну, 66, сам понимаешь, ты возраст маленький. А пойти просто побороться, этот... Значит, еще раз, что нужно? Мне нужно, чтобы в четверг, в пятницу, принесли бюллетень или или паспорт, или это, и 200 лей. То есть это идет за участие. Потому что еще платится, например, лицей платит 150 евро, или школа. Или цена платит 150 евро. То есть это вот это вот. Так, ты понял меня, да? Значит, смотри, вес нормальный, просто ближе к этому, чтобы ты придерживал. 60-60 было. Все. И да, и кимоно. Посмотри, чтобы было не только синее, но и белое. Так, у тебя какой будет разрешение? Шестой. Так, а у тебя какой вес? 70. Ровно 70. Да. Смотри, есть 66-73. Если ты что, будешь гонять? Да. Я окей. Тебе это надо? Да. Зачем? Ты хорошо гоняешь? Да. 2 килограмма. Это, еще раз, это не республиканский лицей, где тебя тренер мучает, заставляет, где есть пацаны лучше комят. Здесь нет такого. Это здесь, понимаешь как, вот поле, зато видишь, у нее цепочек.
Ну, понимаешь, здесь просто другой контекст. Ты же учился, здесь немножко другой контингент. Вот ты ушел, потом еще один ушел, третий ушел, самый лучший ушли. Чуть не то, что самый лучший. То есть ребята, которые боролись, опять я ни с чем остаюсь. 12 класс, 9 класс, 9 приходит, 10 хороший уходит, 12 класс уходит. У меня каждый раз, вот, там идет отбор, там берут самых лучших. И вы никуда уйти не можете, вы тренировок не пропускаете, правильно? А здесь я сделать ничего не могу. Поэтому рассчитывать на то, что ты придешь, с кем ты будешь сбрасывать вес. Значит, давай так. Сейчас у тебя 70. 70. Скажи мне, пожалуйста, давай так, ты же долго не тренировался? Да. Лето не тренировался, то есть как закончил лицей, ушел, больше не тренировался. Теперь так. Какое ты место займешь в 73 в 66? Третье. Второе, могу. 66? Да. Значит, давай так. Я пишу 73. Да. 66. Да. Я по пятницу подаю документы. Напиши мне свой телефон. Я тебе позвоню. Значит, я буду. Смотри, я буду. Не-не-не-не-не-не-не-не. Где? Нет. Вот я напишу тебе свой телефон. А ты пишешь вот так. Как я буду разбираться? С лупой? Я же старый. Я могу глухой, плохо вижу. Чтобы четкие цифры, чтобы потом мне казалось, что... Так, да, я посмотрю, даже вот без очков. 078-966-381. Значит, в среду. 2 часа есть. И я гарантирую тебе, что... Может быть, Макс будет, может кто-то будет. Они все стреляли самолетом. Что сделать? Я убил бы их всех. Моя бы воля, осталось бы 3-4 человека. Всех остальных бы убил. Но я не могу. Дальше. Теперь, что я хотел тебе сказать. Четверг у них в час, и здесь в 2. Ты договаривайся еще, вот, посмотри. Я не знаю, что сегодня, просто вчера его не было. Я хочу домой. Добровским нормально бороться? Да. Нормально. Тот же ник у них плохой, да, тоже ничего. Да. То есть как бы вот их. Но мне надо знать тогда, по каким дням ты точно будешь ходить, тогда я их буду просить. Каждый день помогу. Вот. Стараюсь. Теперь смотри, четверг. Это в 2 часа и в час. Ты не можешь в час, поэтому в 2. Пятница. У них 6 уроков. И мы идем в парную. Парная, значит, кого ты можешь спросить, добро? Лицей, вот выходит, вот здесь вот Фоксмарт. Знаю. Перед Фоксмартом есть тренажерный зал, высокое здание, там полиграфия. Это вот это же здание, только изнутри, там есть вход в парную. 2 часа парная. Она бесплатная, потому что мы с Юрием Александровичем платим. Значит, ну там с 2 до 3 стараться не опаздывать. Берешь шорты, берешь полотенце, ну и так, чтобы после парной не просто. Ты где живешь? В Бубуече. В Бубуече. То есть, вот ты представь, ты попарился, поехал туда, ждешь маршрутку, да, она может сразу не подойти и простыл. Поэтому у тебя должна быть шапочка, что-то тепло одеть, ты можешь взять с собой просто, чтобы ты не простыл. И обувь. То есть обувь на кроссовке. А взять ботинки и все, теплые были. Так понял, да? Меня в пятницу не будет, будет Юрий Александрович. У меня соревнования там побольные. Значит, вот так вот. Все. Давай.